Всем привет! Здравствуйте, мои дорогие подписчики, зрители, все те, кто меня смотрит. С вами снова Александр Котов. И мы занимаемся кровлей. Ремонт, монтаж, диагностика, все виды кровли. Вот. Давно я не снимал видео из-за пандемии. Вот. В прошлых видео я вам обещал, моим дорогим подписчикам, более интересное видео, еще познавательней, будем снимать. Вот, и сейчас я еду, отправляюсь на очередной объект, там будет полностью реконструкция кровли. Сейчас снимем видеообзор, покажу вам эту крышу снаружи, внутри, сами все увидите. Вот, смотрите, кому интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Если будет необходимо, то я сниму дополнительный видеообзор на ваш комментарий, если это будет нужно. Там все поясню, расскажу. И, в принципе, по этой крыше мы будем снимать все элементы, узлы. Вот, как мы это делаем, каких технологий мы придерживаемся. Множество будет интересных видео, познавательных. Поэтому, кого заинтересовало, заинтересует, подписывайтесь, смотрите мои видео. Буду стараться почаще их выкладывать, отвечать на ваши комментарии. Я думаю... Так, вот он, наш дом. Наша крыша многощипцевая. Так, сейчас снимем видеообзор изнутри. Вот она, наша крыша, с другой стороны здесь крылечко. Так, ну, поехали. Что у нас здесь? Здесь у нас уже утеплитель привезли. Дом из бруса. Потолок. Вот такую сделали лестницу быстренькую. Буквально 5-7 минут. Здесь у нас поднимаемся на второй этаж. Так. Ну вот она, наша крыша. Стропильная система, 4 фронтона. Ну, давайте посмотрим, что у нас, как сделаны фронтоны. Стойки идут у нас. Стойки под окна дополнительно сделана коробка. Как бы вот она. Коробка. Но здесь стояли деревянные окна, поэтому вот эта коробка здесь есть.
такие у нас запилы. Регеля. Ну, как-то так вроде. Верхний. Непонятно, что там. Так, ну и в принципе... Что тут посмотрим еще? Ендовы. На что хочу обратить внимание, тут нет силового каркаса. Вот наша ендова, соответственно, как она у нас идет. Без ребер жесткости. Здесь все четыре такие индолы. Силового каркаса нет. Соответственно, когда снег снаружи надавливает на эту крышу, здесь у нас получается вот такая штука. Если бы мои заказчики сделали эту крышу, то есть здесь уйма доработок, проще полностью сломать и переделать. Вот так вот у нас здесь сделана крыша. Будем полностью ее переделывать, снимать. Фронтоны новые сделаем. Давай, давай. Хорош! Привезли материал на объект. USB. USB-шка. Доски. Вот такие две машины по дереву. Это только деревяшки.